Дорогие товарищи, здравствуйте! Сегодня 21 сентября 2024 года, Краснодарский край, Абинский район. Решил заглянуть своим девочкам. Извините, что будет тень от меня, потому что по-другому я не могу подойти, ребята. Ну, никак я не могу подойти. Здесь забор мешает немножечко. Вот такие у меня девочки, вот они. Я сократил литок, конечно. Надо еще сократить. Это вижу, они там вон пролазят через него. Ну, в общем, сейчас гляну, что там внутри. А то меня Сережа, который подарил мне эту семейку, напугал слегка, что у него там матки нету и все прочее. И я решил заглянуть. Ну, поняли, еще крышечка не обита, но она у меня накрывается, так что тут ничего страшного нету. Руки дойдут, обобью и крышечку вот эту вот. Сейчас постараюсь. В общем, покажу, что смогу. Я уже давненько у них не был. Это второй корпус. Ну так, я его на сушку поставил. Сейчас посмотрю, что вот здесь. В общем, здесь все сухое уже, обсушили. Только вот кусочек еще меда остался с одной стороны. И все, сейчас я его немножко распечатаю. И оставлю его вверху, только холстик. Чуть-чуть дырочку оставлю, чтобы послушали. И вот одна у меня овощинка, не потянутая. Я так ее навощил, чтобы была в запасе. А остальные все черные-черные, старые, которые подаренные мне разными пчеловодами. Так что их надо будет на следующий год перетопить, естественно. Разжег дымарчик, потому что Бог их знает. Они-то у меня спокойные, но будем надеяться, что дымарем не воспользуюсь. Но если надо будет, я их немножечко подымлю. Ребята, работаю без маски, без перчаток, естественно. Но девочки у меня спокойненькие, так что не хочется даже их тревожить слишком. Ну что, ребята, на четвертой рамочке в центре нашел я маточку. Вот она хорошенькая такая. Сеет, прямо брюшко опускает в ячеечку. Положила яичко и дальше пошла. От заряда, как жизнь устроена, интересно, ребята. Есть и мелкий расплод, и такой расплод есть. Зрелый всякий есть. И вот расплод мой ходит, любименький. Так что... жизнь потихонечку идет, ребята. Что, ребята, не буду я их долго мучить, и вас тоже. Мед есть, в зиму им хватит с головой, даже подкармливать ничего не буду. Что еще? Пыльцу таскают, расплод есть, матка есть. Ну, в общем, здесь все отлично, слава тебе, Господи. Все, пусть живут дальше. Я попозже еще их посмотрю, конечно, еще... В общем, сокращу немножко гнездо, естественно. Зачем такое гнездо? На 8 рамок это слишком много. Но им не нужно столько. Все, будьте здоровы, до свидания.